как отдых провели, как восстанавливались? Да что, перезагрузились просто. До этого 6 игр подряд было, сейчас 7 игр тоже будет через день, поэтому чуть так и головой немножко отойти, и, ну, и физически. Возвращаясь к последней выездной серии, вот, чего не хватило? Потому что по игре казалось, что мы готовы уже соперника переиграть, но вот какие-то мелочи, возможно, которые со льда лучше было видно. Ну, правильно сказали, мелочи, то есть чуть концентрация в этих мелочах. То есть соперник где-то там в меньшинстве, да, забил с контратаки, то есть дождались этих моментов, то есть они реализовали, да, то есть как бы были готовы к этому. А ближайший соперник, Адмирал, в этом году приятно удивляет, в лейв борется команда. Что соперники знаете, что соперники скажете? Нам больше на себе сконцентрировано, какие-то свои моменты надо подправить. Его единственное, что можно сказать, да, что это будет такая уже стыковая игра, то есть и дальше там стыковые игры, да, будут, то есть уже за попадание в плей-офф. После Адмирала ждет зеленый дерби, болельщики любят эти матчи выделять, такой очень важный момент для них в первую очередь. А как все-таки на льду? Это все-таки матч регулярного чемпионата или есть некоторый такой повышенный градус борьбы? Да не, ну чувствуется, что это особенный матч, да, то есть как бы здесь как бы говорить не о чем, то есть как бы игроки это чувствуют, и это для игроков тоже особенный матч, вот, но здесь еще раз надо это сказать, что мы сконцентрированы все-таки на следующей игре, потому что сейчас через игру думать, наверное, неправильно, потому что у нас сейчас каждая игра очень важна, тем более следующая.